нам не видно, но они на ковре. Как бы анекдотично это не звучало. В зеленом Умарул Адилет, в синем Кочкоров Мурсабек. Напомню, это весовая категория 80 кг. Также напомню, уважаемые телезрители, что генеральным спонсором трансляции является торговая марка Nitro. Так, Кочкоров Мурсабек. Неплохо. Бал Мурсабеку. Предупреждение Умару Адилету. Да. Нечистый бросок, соответственно. Заново должны. Так. Вытягивание. Так, вот здесь ошибка. Отличный бросок. 2 балла Мурсабеку. И предупреждение Умару Адилету. Соответственно, еще был 3 балла. По идее, 4 балла же должны дать. Нет? Да. 3 балла. Соответственно, 4-0. Эво, как я правильно рассчитал. Я объясню вам. Ох, какой бросок. Вот это чистая победа. Или все-таки 2 балла? Да, 2 балла. 6-0. А прошло-то всего лишь 15 секунд. Да, я был прав. Чистая победа плюс сухой результат. Кочкоров Мурсабек выходит в 1/16 финала.